Всем привет! Сегодня я вам расскажу о таком древнем рептилии, от которого ужас в океане был. Он поедал черепаху морских рыб. Знакомьтесь, мозазавр. Мозазавр – это самый большой водный динозавр. Хотя и не совсем динозавр. Водяные и летающие рептилии – это не динозавры. Это древние гигантские рептилии. Ну так вот, вернемся к нашему мозазавру. В длину он был до 23 метров, а в высоту – до 3 метров. Мозазавр был одним из самых опасных хищников океана. Но питался он рыбой и черепахами. Но в голодный период мог по обедам птерозаврам и даже мелким динозаврам, а иногда заглатывал даже самого спинозавра. Вот это мощно. Кстати, мозазавр не мог выжить на суше, он мог выжить только в воде. Жил он в позднем меловом периоде в Северной Америке и был рыбоядным. Если вы узнали что-то новое для себя, поставьте этому видео лайк и поделитесь им с друзьями.